вы выбрали для своего ребенка обучение фигурному катанию на коньках. Что надо знать родителю? Вы, конечно, можете привести ребенка для занятий фигурным катанием в любом возрасте, но наиболее продуктивным считается возраст 5-6 лет, потому что именно в этом возрасте любознательность вашего малыша начинает носить прикладной характер. Любой вид спорта, вне зависимости от поставленных вами целей, это прежде всего обучение вашего ребенка. А раз это обучение, значит, существует строгая последовательность в изучении элементов и системность в подаче информации. И если вы сами, подчеркиваю, вы сами, уважаемые родители, не готовы к тому, что надо будет не нарушать дисциплину тренировочного процесса, вовремя приводить ребенка, экипировать его согласно требованиям нашего вида спорта, соблюдать режим сна и бодрствования юного спортсмена, выполнять с ребенком домашние задания, которые рекомендует тренер, лучше об этом предупредить сразу. Для таких занятий есть хобби-класс. Это, конечно, будет больше развлечения, но если вы мечтаете увидеть своего ребенка на пьедестале, если хотите, чтобы он стал чемпионом, прежде всего вам надо будет принять требования вашего тренера. Ведь мечта любого тренера – вырасти чемпиона. И чем согласованнее ваши совместные действия, тем вероятнее достижение высоких целей.